Всем привет! С вами Imagine Decor, и сегодня мы вам покажем и расскажем, что декоративная штукатурка – это недорого, быстро, просто и легко. А именно, нанесем материал Лас-Вегас в один слой. Цена данной фактуры не превысит 150 гривен за метр квадратный, и нанести его сможет абсолютно каждый. А вы тем временем поставьте лайк, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать такие подобные полезные ролики. Мы взяли такой вот планшет, покрасили его матовой краской Imagine Fonda в цвет материала. Сейчас будем наносить сам Лас-Вегас. Материал Лас-Вегас можно разбавить на процентов 10-15 водой. Получается достаточно жидкий. Начинаем наносить. Наносим при помощи металлической кельмы, просто на толщину зерна. На объеме это лучше делать маклавицей, чтобы у вас на стене это все не текло. Мы же наносим кельмой, так как образец небольшой. Таким вот образом. Абсолютно без разницы, в какую сторону тянуть кельму, шпатель, не принципиально. Следим, чтобы везде был наш материал, на всей плоскости. Снимаем лишнее. Снимаем ниноздир. Немного оставляем слой. Затем берем такую вот пластиковую малочку и начинаем крутить уже привычные для нас восьмерочки. Крутим, крутим, как вам нравится. Получаем вот такой рисунок интересный. Получается, верхушки у нас торчат, скажем так. Сформировали рисунок, как кому нравится. И оставляем буквально на 5-7 минут. Итак, прошло 5 минут. Смотрите, что у нас получилось. То есть низа у нас подсыхают, а верхушки все еще мокрые. Это именно тот момент, когда необходимо приглаживать нашу фактуру. Берем чистую пластиковую малочку и начинаем теми же самыми движениями гладить нашу поверхность. Ничего сверхъестественного. Материал создает рисунок сам по себе. Сможет сделать абсолютно любой, даже ребенок. Усаживаем наши частицы. Плоскость становится более равномерной, гладкой. Это одна из техник нанесения. Их очень большое количество. Материал можно наносить в два слоя, в один слой, в другой технике. Очень много вариантов. Все, наш образец готов. Дадим ему немного постоять и покажем вам результат. Мы получили очень интересную поверхность с эффектом мерцания. В зависимости от попадания света материал смотрится совершенно по-разному. Цену мы вам уже говорили, не превышает 150 гривен метр квадратный. Наносится очень легко и просто. Материал легко реставрируется и моется, протирается влажной тряпкой вообще без проблем. Оставайтесь с нами, будьте с Imagine Decor. Будем стараться для вас снимать нормальные такие ролики, полезные, которые вам будут интересны.